Турция попытается наладить отношения с Германией после выборов в Бундестаг в сентябре. По крайней мере, на это рассчитывает президент Эрдоган. Он считает, что после выборов критика в адрес Турции поутихнет. Анкара и Берлин давно не ладят по ряду причин. Германия в свое время признала геноцид армян Османской империи, раскритиковала турецкую власть за многочисленные аресты журналистов и правозащитников после неудачного госпереворота. Ну и последней каплей стал запрет на посещение военной базы Инджирлик депутатами Бундесвера.